Добрый день, дамы и господа. У нас сегодня на обзоре легендарный бренд, это Electrolux. Логотипом данного бренда являются стринги в кружке, что как-то странно. Поэтому у нас серия сегодня на обзоре очень интересная. Серия ProFair, достаточно новая серия. На обзоре у нас, если говорить о точной маркировке, 12 серия HPR. Вот, 12-я модель, рассчитанная до 30-35 квадратных метров. Что мы можем сказать о коробке? Она необычная покраска, да, то есть дизайн достаточно интересный, много, в принципе, написано чего, ну и такая приятная упаковка, качественная. Меня еще удивила такая вещь сразу, пока мы не забыли, обычно на коробках это не пишут, это больше пишут в инструкциях. Здесь вот если перевернуть, срок здесь службы? Написано, да, срок службы 10 лет. 10 лет. Да, даже... Изготовитель Sia Green Trace, Латвия, Рига. Просто если уж откровенно говорить, это даже такие производители, как GRI, пишут срок службы 7 лет. То есть, а GRI это самый надежный кондиционер. Точно 7? Мы давно не смотрели. 7 лет, да? Да, точно. Поэтому здесь Electrolux заявляет о 10. Ну, в принципе, тоже показатель неплохой. По функциям сразу пробежимся. Здесь что написано? Там, наверное, на русском, да? Самодиагностика, но везде есть класс энергоэффективности, да. Охлаждение, обогрев, осушение, просто обдув, автоматическая тайка, 24 часа таймер и режим авторежим. Да. Авторежим. Все, как и у всех. И традиционно, вот новая функция, которую мы сейчас проверим, pull and clean технология, то есть тяни и чисти. Мы покажем, что это такое. То есть, тяни и чисти. Да, всегда вот здесь по-русски написано. Всегда чистый воздух. У вас дом, мне просто не видно, у вас дом благодаря... Всегда чистый воздух, у вас дом благодаря технологии Pull & Clean. Да, да. Это необычный блок, мы его покажем, как он выглядит. Он, таких блоков, наверное, ни у кого нет, кроме Electrolux, да? Да, технология открытия, она специфичная. Давайте уже посмотрим внутрь. Ну и вкратце об Electrolux можно сказать, что это... Что за бренд, кто его делает, кто делает... Мы же знаем, что Electrolux сам ничего не делает. Ну, корни традиционно европейские, все кондиционирование базируется на... китайских заводах, да, то есть разные серии на разных китайских заводах. Мы пока на этом останавливаться не будем. Бренд в России присутствует очень давно, достаточно качественный. То есть я не встречал некачественной техники от Electrolux. Поэтому даже самые простые кондиционеры всегда делались на заводах 2-3 эшелона. Поэтому Electrolux не запятнал себя тем, чтобы размещать производство на самых-самых дешевых заводах. Угу. Поэтому ожидаем от этой серии приличных показателей. Хорошо. Все, погнали, посмотрим. Вот наш блок, он крайне необычный. Что сразу бросается в глаза? Сразу бросается в глаза пластик. Его матовость. Да, пластик очень похож на Daikin серию FTX-B. Он, правда, более светлый, но тоже матовый. Ну, Daikin не только FTX-B, у него и вся линейка Daikin премиальная, она сделана вот матовым пластиком. И да. Он, ну, у Daikin ощущается мягче, но здесь тоже очень похоже. Очень приятный. Да. Очень приятный. Если еще сравнить, что эта серия на комнаты до 20 квадратов начинает стартовать в цене в районе 17 тысяч рублей, очень приятно, да. То выглядит он явно на гораздо большую сумму. Поэтому здесь вот указано, что это серия ProFair, да, соответственно, перейдем уже к конструктиву блока. Да? Так, о стоимости мы уже сказали, сколько она стоит, да? Да. Сказали, да? Вот где-то от 17 тысяч рублей она начинает. Там 16 600, 16 700, курс немножко разнится, и поэтому ценники иногда... Что нам нравится? Нет вырезов. Да. Это плюс. Да, как обычно, да. Это уже практически у всех производителей. Давайте попробуем открыть блок передней панели. Нет наклеек, я сразу буду говорить. Она здесь сбоку большая, здесь класс энергии. И у меня наклейка здесь. Да, то есть здесь она больше. Ну, снизу нету, как обычно. Снизу ничего нету, да. Это очень, очень радует глаз. Панель. Вся закрытая панель. Цельная. Она полностью цельная, то есть вот эта вся передняя часть. То есть верхняя часть мы отдельно покажем, она такого сероватого, светло-серого цвета. Передняя часть белый мат. То есть ну да, полностью... такое, сейчас мы покажем, как она открывается, потому что здесь очень необычный механизм открытия-закрытия. Механизм. Да. Ну, и обслуживания. Видно сразу, да, что он, покажем, может там видно. Ну да, то есть вот это вот задняя часть и вот передняя часть. Мы сейчас покажем, как это все дело открывается. Вот. Но создается ощущение монолитности. Такой прям полный. Да, мне очень нравится блок. Очень да, необычно. Вот
фильтр вот так вот снимается сюда. Мы его так, хоп. Вот весь фильтр. Он уже необычный. Ну, такой целиковая вот эта пластина. И здесь мы видим весь теплообменник. О. То есть это префильтр, да, такой. Но могу сказать, что сетка достаточно широкая. Широкая? Ну, ячеистая сетки. В смысле, большая. Крупная? Да, крупная сетка. Поэтому. Она какая-то металлическая, нет? Нет, нет, не металлическая. Нет, она такая блестящая. Да, поэтому. Ну, префильтр достаточно такой, от крупной пыли, можно так сказать. Вот тут еще фильтр есть. Здесь стандартный фильтр. Вот к нему, скорее всего, доступ возможен только при открытии панели. Ну, мы так тоже можем достать его, да? Да, то есть здесь сейчас мы еще покажем, есть фильтр тонкой очистки. Скорее всего, это угольный фильтр, судя по виду. Здесь вот. Теплообменник, сразу видим, Bluefin. Да, теплообменник большой. Традиционно хороший. Здесь сейчас мы покажем, тоже скрывается Mirage Display вот в этой его части. А мы давайте, может быть, сразу параллельно включим. Да. Я вижу здесь кнопочку. Здесь кнопка. Вот обычно у кондиционеров вот открываем крышку, и здесь включение автоматического режима есть. А так как у этой панели, у этого кондиционера панель не открывается, что вы там шуршите? Пакетик. Сейчас то кнопка автоматическая. Она находится, вы видно сюда вот. Оп. А? О, она же здесь закрыта, обычно да. Панели закрываются, а здесь вот она. Очень хорошее такое решение. Правильное решение, да, потому что, к сожалению, очень часто пульты теряются. Mirage Display. Давайте его включим, посмотрим. А почему вы называете Mirage? Я вот Phantom почему-то называю. Ну, потому что он у некоторых производителей называется как Mirage Display. Вот так вот. Видно? Индикация очень прикольная. То есть нет, иногда бывает такой вырез. Да, здесь, ну, как чисто фантом дисплей, который вот и должен быть, его не видно. Считывает так, да? Задержечки небольшой. Да, ну понятно, режимы поменяйте, то есть где звездочка, где снежинка. Вот осушение, а не написано здесь. Вот тепло сейчас, нету индикации. Это на пульте только. Здесь отображается только температура. К сожалению, на этом Electrolux немного сэкономил. То есть во всех остальных Mirage дисплеях или Phantom дисплеях здесь видно, какой режим стоит. Ну, может, не во всех, но да. Основные режимы, да. Холод-тепло всегда обозначаются. А, ну да, снежинка горит. Снежинка, да. или солнышко есть всегда. Ну. Что по поводу... Мы специально еще не узнавали, где этот кондиционер собирается. Сейчас мы уже видим, что это точно собирается на Midea. Это очень хороший показатель. Да, то есть собран на одном из лучших заводов в Китае, это завод Midea. Это видно по всему, это видно по корпусу, видно, даже видно вот по вот этой решеточке, то есть это у Midea сейчас вот они делают все такие решетки. Пульт, абсолютно Midea-евский пульт, немножко изменена только индикация сама, да, сделана да, как да, в стиле да. Ретро, там как в стиле Тетриса такие тут, квадратики. Тут такой, да, Тетрис. Давайте, если сразу мы, просто совсем недавно у нас был на обзор Toshiba Blast. Тоже Midea-евская. Как раз на Midea-евской сборке, да, там точно такой же пульт, только вот эта часть индикации совершенно другая. Здесь такой под Тетрис. Основная часть, про шум мы не уточняли, да, эта линейка не относится к самым тихим кондиционерам, уровень шума стартует от 20-28 дБ. Это нормально. Это, в принципе, абсолютно. Терпимо, да. Количество регулировок скорости вращения вентилятора. Раз, два, три. Три скорости вращения вентилятора. А у Toshiba было? У Toshiba было столько же. Вот, там на тайландских моделей больше, на Midea-евской столько же. Стандартные функции все вынесены. Пульт на самом деле очень информативный. Режим таймера, включение-выключение кондиционера и скорость вращения вентилятора. Все. Соответственно, по функционалу, как оказалось, разобрать блок не так уж просто. Для того, чтобы поднять лицевую панель, все равно приходится производить определенные манипуляции, что, на мой взгляд, для простого обывателя. Не, на самом деле, сейчас я покажу, на самом деле не сложно. Но мы еще не рассказали здесь про жалюзи, да? То есть жалюзи здесь имеют... Вот эти жалюзи, которые вертикально, они, uh-huh. или какие они? По горизонтали. Горизонтальные, да. Они объединены в одну ячейку, то есть это так же, как у Toshiba, абсолютно. Uh-huh. Они такие же быстросъемные, как их Toshiba там заявляла, то, что их очень просто снимать и чистить. Здесь то же самое. И вот они рычажком тут управляются. Достаточно туго, но в принципе настроить как-то можно. Ну, немножко туговато, я бы сказал, да. Так. Ну, ничего.
Ничего, не так часто ими пользуются, чтобы... Ну, чаще всего, исходя из опыта, это регулируется один раз, да. Да, и все, больше к этому. Дальше, так как это сделали интересное такое вот открытие, да, для, не знаю, для обслуживающего персонала, да, чтобы быстрее и проще чистить, чтобы корпус не разбирать, здесь что нужно сделать? Здесь нужно открутить два вот этих винта, вот здесь вот две заглушки, они приподнимаются, там два винта откручиваете, снимаете панель, снимается панель очень просто, здесь отщелкивается, дальше она вот так немножко на изгиб вытаскивается. Ну, такая панель. Кстати, панель такая приятная. Да, большая. Ну, давайте откроем. Матовая тоже. Так, выключаем. И дальше просто мы поднимаем так. Чтобы поднять, нам немножко нужно его оторвать от подставки. Вот теперь, да, вот надо вверх. Там защелки. Фиксировали корпус и вот так вот приступаем к его чистке. Опять же, открылся доступ для фильтров, да, с вашей стороны? Там, ну, на мой взгляд, для того, чтобы поменять фильтры, если человек хочет менять их не раз в год при плановом техническом обслуживании, проводить вот эту манипуляцию достаточно сложно ради одного фильтра угольного. Сверху его тоже можно поменять, то есть, это должны делать сервисные мастера. Открывать крышку, здесь его чистить, опрыскивать. Бытовой человек должен просто вот эти фильтра вытаскивать, да, и мыть. Да? На мой взгляд, такое спорное решение с точки зрения только вот необычности все. То есть с точки зрения практичности, если бы это просто отщелкивалось, было бы хорошо. В общем, для того, чтобы поменять фильтры, достаточно производить непростые манипуляции со скручиванием и снятием вещи, которые регулируют поток воздуха, называемая жалюзи. Поэтому, не знаю. Можно еще раз проимитировать. Вот, удобно или это неудобно, решать пользователям, поэтому... Отщелкиваем заглушки. Но для того, чтобы... Опускаем. Да. Вот так вот надо подержать его вот чуть-чуть. Вот вверх. Просто вот так. Закрываем. Хоп. Ну, как бы все, он закрыт. Теперь осталось нам вставить жалюзи. Жалюзи вставляется очень несложно. Мы вставляем ее сюда и сюда. Так вот одеваем ее. И здесь защелочка, хоп, все, как бы вроде все вставило. Но у нас, мы столкнулись с такой штукой, что да, вот эта штука, она теперь... Я бы сказал, что все до этого были цветочки, сейчас ягодки пойдут. Она теперь как бы не... Если мы включаем кондиционер, он как бы открывает. И мы пытаемся его выключить, и он закрывает. Обычно кондиционеры все доводят до конца жалюзину. Ну, здесь, видимо, привод устроен другим образом, он до конца не доводит. При этом, поэтому нужно делать некие манипуляции, чтобы у нас все было хорошо. Как бы, немножко повозиться нужно, поэтому. Не стоит пугаться, если вдруг это произошло. То есть, да, можно произвести простые манипуляции для того, чтобы это исправить. Сейчас мы покажем, что самый простой метод для того, чтобы это сделать. Ну все, просто продержали чуть-чуть, откалибровалось, вот и все. Теперь все хорошо. Открыли, закрыли. Вот. И фильтра можно обратно. Вот, где наши фильтра-то? Вот они. То есть, вот рядовому пользователю, вот, все, что нужно чистить. Почистили, сняли, помыли ее щеточкой, там, мыльной водой там максимум, да, вставили обратно. Вставляется она просто, да, вроде бы. Когда она в пазы здесь заводится, вот здесь вот в пазы. И защелкивается. Все. Давайте, вкратце, да, как дизайн, подведем итоги по внутреннему блоку. Дизайн точно необычный, точно на пятерку, вот такой. Хороший пластик. По крайней мере, да, мне очень нравится пластик, хороший. Не стыдный бренд, как бы Electrolux все-таки он звучит. С точки зрения шумовых характеристик, если вы... Средний? Да, если вы прямо это хотите поставить в спальню и очень щепетильно относитесь к шуму, то тут достаточно такой сомнительный показатель. 28 дБ все-таки это... Лучше перейти в сторону инверторных показателей, в инверторных кондиционеров, где шумовые характеристики обычно поменьше. Функционал стандартный, ничего особенного нет, за исключением функции iFeel, которая традиционно уже на этой базе, на Медеевской, уже есть. Вот в пульте встроенная, это регулировка по месту нахождения пульта. Пульт удобный? Пульт стандартный, поэтому давайте посмотрим, отличается ли чем-то наружный блок у Электролюкса, чем другие, да, кондиционеры? Чем такие же... собранные кондиционеры сторонних производителей на этом же заводе, да? Кроме упаковки. Поэтому все. Сейчас мы это проверим. Предлагаю по внутреннему блоку уже подведение итогов закончить, перейти к наружке. Давайте. Посмотрите, какая коробка. Здесь явно производитель не сэкономил на печати.
То есть просто вот даже цветная печать вот есть, вот прямо под фотография. Завлекает нас цветными цацками, да, производитель? Да. Более разноцветные я видел только у Зануси. Там вообще желтые, красные, пестрые такие. То есть когда едут кондиционеры Электролюкс на объект клиенту, на объект, его сразу видно. Поэтому все режимы тут тоже вынесены, все написано, как будто это предназначено для того, чтобы пока коробка стоит, она уже сама себя продавала. Поэтому... Так, ну давайте уже давайте скинем. Давайте вовнутрь заглянем, да, уже. У нас на обзоре, напоминаем, 12-й блок, он большой. То есть он реально большой. Да, не надо сравнивать с другими, потому что это реально 12-й, да. Поэтому... Мы обычно 7-9 показываем, а это просто большой. Ну и семерка, девятка, она будет значительно меньше. Чуть поменьше, да. С этой части что хочется отметить? Во-первых, сверху, если начинаем, то очень, очень большие традиционные ребра жесткости здесь, прям для того, чтобы никак не продавить сверху панель. Мне очень нравится решение по ручке, то есть это не пластиковая ручка, а она выштампована здесь прям вот по всей по правой части. То есть она не большая, не глубокая, но тем не менее она, ну, да, есть. То есть взять ее можно. Обычно вот ручек нету, и вывешивать блоки за окно не очень удобно. Поэтому что по поводу внешнего вида? Решетка у нас металлическая, да, или пластиковая? Нет, пластиковая, но она... Решетка. Да, она не болтается. Она, все... Да, и она даже не двигается. Хорошо. Она не двигается. А блок еще вот на самом деле сейчас мы боком повернем, да, немножко. То есть вот эта часть даже передняя, она еще выступает. Обычно блок вот здесь вот заканчивается, всегда идет решетка. Сейчас мы немножко повернем, покажем. Сейчас вот видно, что передняя часть скошенная, она выходит еще прилично. Такой, да, то есть это говорит о том, что площадь теплообменника, она... Прилично. Сейчас мы разберем тогда здесь, ну здесь что у нас, здесь традиционно мы уже... Ручки, все, крышки, ручки, все закрыто, хорошо. То есть блоку внешнему, внешне, как сделано, вообще претензий никаких нет. Претензий нет, да, все очень хорошо. Давайте быстренько разберем и посмотрим, что внутри. Какой компрессор и по толщине теплообменника. Кстати, вот так очень сильно напоминает наружный блок Fujitsu. Да, то есть, если да, если не присмотреться к логотипу, если не смотреть на логотип, то очень похоже вот эта именно часть на Fujitsu. Угу. Ну все, давайте, ну, давайте откроем. Да, разберем. Ну вот мы раскрутили количество болтов. Они тут все разных видов, что усложняет процесс разбора-сбора, но это, скорее всего, относится к обслуживанию блоков. Вот она, крышка как раз вот с таким мощным... ребрами жесткости, такие прям глубокие. С такой формовкой, да. Изоляция. Достаточно хорошая. Такая. Дальше. Ну, по подборке мы видим, что это уже чем глубже, тем детальнее мы понимаем, что это не Дея. Это ее такая особенность конструктивная последних блоков. Вот это передняя часть. То есть, угу. Вот она. Сразу параллельно будем смотреть вентилятор. Да, здесь простой вентилятор, традиционный для Мидеи китайского производителя. Стандартные лопасти. Давайте померим теплообменник. Ну, это 12-й блок. Я бы не стал здесь сильно мерить, потому что все-таки мы смотрим неравных бойцов. Ну, вот так, все чисто. Равно 1,8, около 2 сантиметров. Очень хороший показатель. Теплообменник реально большой. Вот эта вся обклейка тоже хорошая. Вот такая вот. Да, мне вот здесь нравится. То есть ровненько проклеено. Обычно бывает там налепили и в кривь, и в кость потом загнули. Здесь видно, что аккуратно вот эта часть проклеена. Здесь почему-то она... С этой части нет проклейки, но не знаю. Но тут хотя бы есть. Теплообменник большой, загнутый, да. Ну, здесь все хорошо. Вентилятор какой-то такой футуристичный. Традиционный, да, стандартный вентилятор, что по гидравлической схеме, что по компрессору. Да. Сейчас посмотрим. Откроем, да. Здесь шуба-то одна есть точно. Вот такая. Она толстая, она тяжелая, она, значит, внутри тоже с резинкой, как вот. Да? Я люблю шубы. Ну, это не шуба такая, как прессованная, да, тряпка. Да, да, да. То есть получается очень конструктивно, хорошо сделана шуба. То есть здесь действительно внутри прорезиненный материал. И с двух сторон достаточно большой толстый слой шумоматериала, шумопоглощающего. Хорошая шуба, да. Вот это маленький полушубок. Ну, и так чисто вот какая-то. Сверху закрывать. Галстук такой. Язычок. Язычок, да. Ну вот, весь наш компрессор. Чего?
Да ничего, обычный. Наверняка это их родной компрессор. Сейчас мы посмотрим. Да вот, да, GMCC. Ну, мы как другого бы не сомневались, ожидали, что Midea поставит чужой да. компрессор, она только свой поставит. Думаю, сейчас с ним все видно. Вот. Места много. 12-й блок большой, теплообменник большой, поэтому для компрессора достаточно много здесь пространства. Да? Он все на виброопорах, все как полагается. Здесь все хорошо. Никаких... Ничего такого здесь нет. Да, что все. Мне еще нравится вот, в медеевских блоках, это отсутствует то, что вот мы недавно мы по Хайсенсу да, вот, обращали на это внимание. То есть вот эта вот защитная задняя часть. То есть на Хайсенсе она смотрится таким. А, здесь уже не делают такое. Да, здесь уже этого нету, потому что даже вот эти вот части, вот эта вставка пластиковая, которая также является элементом крепления, сделано все ровно, четко, не болтается. То есть сборка вот именно по наружке. Мы это еще по другим блокам отмечали, что наружный блок собран вот на пятерку. То есть тогда, когда чем больше мы Midea смотрим, тем больше мы убеждаемся в том, что их стратегия, которая была принята несколько лет назад, они уже вплотную уже догнали такие производители, таких производителей, как GRI и как Haier. То есть Haier и GRI до сих пор заявляют, что они заводы первого эшелона, а Midea является второго, завод второго эшелона. Мы считаем, что это уже не так, что Midea это уже тоже завод первого эшелона, делает обалденную технику. Ну, всегда был первого, просто мы про эшелоны говорим, имеем в виду первое место, они там борются за первое место, кто из них круче. Именно производители Haier и GRI всегда акцентировали на том, что качество у завода второго эшелона немножко не дотягивает до завода первого эшелона. Так и Midea всегда была первого эшелона. Всегда была. Я говорю о том, что говорят производители именно у представителей брендов в России. А, ну ладно. Вот, то есть это не мое мнение, это мнение производителей сторонних марок. Ага. По электрической части все просто. Ломаться нечему вообще. Ну это у любого инвертора практически, не инвертора. Что тут вообще? Как? Неубиваемое что тут? Конденсатор, да это... То есть on-off-ная серия, она традиционно одна из самых надежных, здесь все проверено и все просто. Я предлагаю уже подводить итоги, потому что, в принципе, больше смотреть здесь не на чего, мы не на что, потому что мы видим, что блок очень хороший. Все так, как и ожидаемо было. Да, мы убедились в том, что эта линейка соответствует тем деньгам, которые за нее просит производитель. Начальная цена от 17 тысяч рублей, чуть меньше 17 тысяч рублей. За блок с таким качеством и с такой надежностью цена оправданная, функционал стандартный. Да, даже более чем стандартный, потому что присутствует функция iFill. Вот. Поэтому те, кто будет приобретать эту технику, именно эту серию, я думаю, остаются очень довольны, то, что за определенные деньги они получили чуть-чуть больше качества, чем хотели. Ну да, да. Поэтому... Подписывайтесь на наш канал, если у вас есть вопросы, оставляйте их в комментарии. Вот там в дальнем от меня углу есть колокольчик, который нужно активировать, чтобы не пропустить наше следующее видео. И до новых встреч. Пока!